Здравствуйте, это третье видео. Короче, насчет пистолета. Я попрыгал минут 20, так и не залез туда. Не залез, почему? Потому что мешает вот это конченое дерево. Иногда получается его перепрыгнуть, иногда нет. Пробовал еще на БТР запрыгнуть и допрыгнуть сюда, но не получилось. Не хватает силенок, не допрыгивает. Ну, в принципе, с высотой 1,5 метра роста. Неудивительно, почему он не допрыгивает. А так, если у вас получится, вот по этому забору, вот сюда, доходите, вылазите на крышу и забираете вон там на подоконнике лежащий пистолет Ford 12, модифицированный. Не знаю, что там, по-моему, точность или магазин увеличенный. Короче, мне упадло дальше залазить, честно говоря. Поэтому дальше уж сами по ситуации, если хотите сильно пистолет Ford 12, только модифицированный, пожалуйста, можете заморочиться, попробовать туда залезть и забрать его. Все, пока ставим на паузу. Итак, мы на свалке. Тут три бандита прессуют сталкера. Мы Бэтменом врываемся и спасаем ему. Зацепил гада! Все. Мы спасли сталкеру жопу. Бэтменом по-быстрому обезвредили 3 человека. Пауза. Так, сейчас у нас задание помочь волку и его команде. Вот мудохать бандосов. Патронов у нас не густо. Гранат пару штук. Поэтому советую спрятаться где-нибудь возле колеса, подождать, пока они сюда пройдут, атаковать и тоже Бэтменом их отхренатить. Бэтмен. Чуть не получили пизды Бэтменом. Бэтмен. Все Бэтменом. Все по-быстрому делается Бэтменом. Залетели, раскидали. Все как в Counter-Strike. Ну, там еще толпа бандитов, но там я не буду снимать видео, просто забежим их. Поговорить с бесом. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. В принципе, блядь, где калаш? В принципе, мы их отхреначили. Можно собирать лут. Ничего такого. Хрень одним словом. Так, в автобусах иногда бывает под сиденьями мешки, ящики и тому подобное срань. На это можно забить. Так, где-то кто рёт, сейчас его пойду заебашу и продолжим. Блицкриг! Блицкриг! Люблю это. Неожиданно, нежданно, негаданно. Блин, всех. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Стой, врагам, блицкриг. Ну, как-то так. Все, территория зачищена. Хе-хе, я сделал это. Куча хлама. Нахер не надо, выбросил. Кстати, тут вот, где мы только что блицкриг устраивали, вон там куча артов валяется, но также там куча помимо артефактов, еще куча аномалий. Так что, кто полезет туда, будьте внимательны, перед этим сохраняйтесь. Так, 4 минуты. Побыстрее. Опа, патроны. Патроны на калаш, патроны на автомат. Это вот тут, в этом домике, вот этих ящичках. Так, еще
пауза. Продолжаем. Так, вот тут на вышке патроны, видите? Ящики, ящики. Блядь, что с прицелом? Вот. Короче, что-то не поднимается. Блядь, сука. Дождь с патроном собираем, все лутаем, собираем патроны на МП5 9-19, причем какие-то вроде как усиленные или какие они там, в общем, хорошие, лучше чем стандартные. Так, ну вроде все, 600 патронов, ничего, так поднялись 600 патронов, итого общая численность 956 на МП5 плюс 150 на калаш. Я немного сбросил патронов. Тут вот ящичек. Никто тут ничего не облутает, все валяется. Так, тут опять устроили быструю зачистку. Патроны, 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 аптечки, патроны. Аптечки возьмем, пригодятся на агрофоме. Быстрая зачистка эффективно у меня получается. Так, знать. В принципе, все. Показывает только тайники, которые отмечены, и те, которые не. Чё за хуйня? Он выдался. Я с перегрузом находится. Жари, жари, жари. Все, перегрузом. Показываю тайники, либо которые есть на карте, ну то есть обозначены, мы их нашли, либо те, которые не обозначены ни на карте, нигде, и таким образом не можно просто либо найти вот, как удобно, ящик с патронами. Как-то они мне нахуй не упали вместе с дорогой, выпустят нахуй долго от него. Я как бы упал. Денег у нас не мерят. Хоть факт, вот так вот выглядят. Ну, в принципе, стоят, они так себе. Что-то после дождя. Бандитам! Нужна помощь! Братки, выручайте, беспредел творится! Бандиты охренели! Блин! Да я и кто-нибудь рядом! Браток, помоги отбиться от уродов! Выручайте! Кто-нибудь! Блин, опять блицкрик. Ладно, пауза. Не дай! Так, прошло, ну, секунд 30. Короче, они все сдохли. Может, минута максимум. Да не, прошло минуту. Броник это в вагоне, вон. Он нахрен никому не надо, не упал. Тем более с перегрузом, бандиты мертвы. Странно, они все с МП5 и с дробовиками бегают. Какая-то необычная у меня версия игры. В принципе, это самое первое. Я откопал диск еще из первых изданий, который у меня валялся. Я его хранил, не трогал. Так, еще один нюанс. Бронежилет мы сбрасываем тут. Ангаре, короче. Потом объясню почему. Сбросим все ненужное в этом ангаре. Потом, если что, можно перетащить эти вещи. Да, тут еще есть аптечки. Внутри вагона. Оружие. Вот схрон. Это в туннеле возле поезда. Так, вот тут вот в конце туннеля. Поезд, лежит труп. У трупа МП5 под патрон 9-18, пистолетный патрон, аптечка, артефакт. Тут до хрена аномалий и радиации вон там на рельсе. Так что будьте внимательны, я потратил до хрена всего, я скорее всего этот автомат даже подбирать не буду, просто загружусь там, где сохранился, там на входе тоннеля. Потому что израсходовал порядка 4 антирадов и 5-6 аптечек, пока сюда залез. Еще собаки сюда каким-то боком залезли. Ну, в принципе, на этом мы можем...